Всем привет! С вами я, Сэмикс Пи. Сейчас я вам хочу показать, как создать, ой, как скачать Minecraft Pocket Edition 0.10.0. Сейчас я в него зайду, правда, вы все видите просто перевернутым, но, как видим, вот, если увидите версию 0.10.0, так, альфа, все работает. И при том всем, это все можно скачать бесплатно. Значит, заходим в Safari. Ждем. И здесь вводим вот такую штуку. V-share. Ввели, да? Google.com.ru. Все ждем. Вот, V-share. У вас самый первый сайт. Правильно? Так. Вот. Ну, пользователям 0.7.1 и дальше нельзя. Значит, если у вас есть jailbreak, вы нажимаете скачать jailbreak. Если у вас нету jailbreak, нажимаем скачать оригинал. Потом у вас появляется такая штука, вот V-share, как видим. Я в нее захожу. Так, и здесь нажимаю поиск. В поиске вбиваем Minecraft Pocket Edition. Нажимаем на него и смотрим. Нажимаем вот здесь, видите, версия. Нажали на версия и смотрим, какая у нас версия доступна. Значит, у вас доступна версия 0.9.2, 0.8.1, 0.8.1.0, 0.9.5, 0.9.0.0, 0.10.0, 7.6.0 и 9.4. 0.9.4. Вы нажимаете скачать. 0.10.0. Советую выбирать всегда вторую. И у вас получается Minecraft 0.10.0. В следующем видео я, наверное, покажу, чем отличается Minecraft 0.10.0 от Minecraft 0.9.0. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Сэмикс Пи. Подписывайтесь на канал и ставьте большие пальцы вверх.